Танцевать архитектуру и разговаривать на языке микросхем я сегодня не буду. После месяца активного использования FIO i17K Alpine 2 я просто поделюсь своими впечатлениями. Это портативный усилитель для наушников со встроенным ЦАПом. Кто не знает, так обычно называют цифро-аналоговый преобразователь. FIO i17K только условно можно назвать портативным. Если вам часто приходится переезжать с места на место и стационарный ЦАП вам не подходит, эту штуковину можно таскать в кармане в связке с телефоном или с плеером. Вдобавок, эту штуковину можно использовать как настольную звуковую карту. Коротким кабелем подключаем к телефону, плееру или ноутбуку. А если у вас системный блок, то можно напрямую подключить USB кабелем. Таким образом, усилитель будет заряжаться. Чтобы он заработал как внешняя звуковая карта, в настройках нужно выключить зарядку. USB Charge on меняем на off. По чесноку время работы чуть больше 15 часов. Для полной зарядки мне хватило 3,5 часов. Буквой К производитель выделяет обновленные версии своих продуктов. По сравнению с предыдущей версией, i17K стал намного удобнее в управлении. Избавились от лишних кнопок и добавили боковое нажимное колесико. С ним легко сейлить по менюшке и регулировать громкость. Раньше пользователи жаловались на цветной экран, мол, становится неразборчив на солнце. Этот недостаток исправили, заменив цветной дисплей монохромным. Даже если смотреть под углом, все читабельно. Размера и разрешения хватает с головой. Обновили дизайн, к тому же решили полностью сменить всю начинку. Теперь аппарат без погрешностей работает с любым железом на iOS и на Android. Что касается меню и управления. Колесиком регулируется громкость на 60 шагов. Нажав на него, попадаем в меню. Индивидуально под себя, под каждые наушники, под стиль музыки можно регулировать по отдельности уровень баса и высокие частоты. Очень полезная штука, если наушники из рода Extra Bass, а вам это звучание не подходит. Можно убирать бас и оживлять высокие. Разница очевидна. Можно подарить новую жизнь даже самым невыразительным наушникам. Хотя главная задача этой железяки – раскрыть весь потенциал хороших наушников, ценой до $400 включительно. Если купили аудиофильские наушники подороже, то и ЦАП берите уровнем выше. В разделе Gain можно выбрать один из трех уровней выходящего сигнала. Это нужно, если у ваших наушников высокое сопротивление. Короче говоря, ваш телефон или плеер не может раскачать более мощные наушники. Делаем шаг на плюс 6 дБ. Громкость явно выше. Можно раскачать и самые мощные студийные наушники с номинальным сопротивлением 250 Ом. Переходим на плюс 12 дБ. Теперь совсем другое дело. Я применял эту фишку в метро, когда окружающий шум перекрывает музыку в наушниках. Gain плюс 6 дБ делает громкость на ступень выше, и тогда шум городской суеты уже нипочем. Почему стоит обратить внимание именно на FIO i17K Alpine 2? Во-первых, он бросает вызов конкурентам своей ценой. ЦАП с такими параметрами у других производителей будет стоить в 2-3 раза выше. Во-вторых, этот привлекает своей универсальностью, одновременно портативный и стационарный. В-третьих, если ваш телефон вас устраивает, но хочется более качественного звучания, с этой примочкой вы переходите на новый уровень за небольшие деньги. Тем не менее, подписывайся на канал, ставь лайк. С вами был тот самый магазин FUA. Всем мир!